переходим к готовому образу. А скажи, сколько стоит сразу и туника, и наши бриджи? 3398 рублей будет стоить ваш полноценный костюм, если вы будете заказывать и тунику, и капри Элания. Но если отдельно вдруг, то цена будет 1399. Ты знаешь, вообще капри волшебные, на самом деле, или туника волшебная. Вот я взяла красную. Смотрите, красные капри подходят. Давай сюда зеленый вариант, так, в котором Леночка у нас сейчас подходит. У нас есть еще вариант черный. Друзья, это классика. Идеально. Подходит, и подходят синие тоже. Посмотрите. То есть какой бы цвет вы ни выбрали, к любой тунике японка, можете даже не сомневаться, берите, какой есть размер ваш. Друзья, уже дальше целый год вы думали, целый год вы присматривались, может быть, к этому комплекту. Все, тянуть уже некуда. Это последняя в этом году презентация. Это правда. Но давай все-таки расскажем, из чего сделаны наши капри. Ну что, это очень приятный материал. Да, это вискозный материал. Ты чувствуешь ткань масла, которая тянется и струится по нашей фигуре, подчеркивая только достоинства. Ну, а вот эти цветы яркие, Оль, они скрывают легкие неровности на бедрах. Вот обрати внимание, когда я первый раз увидела капри, вот эти Элани, я сразу подумала, точно не для меня. У меня ножки полноватенькие, я вот таких больших акцентов стесняюсь, потому что я думаю, ну все, еще больше будут мои ноги. А вот когда ты видишь на девочках, девочки носят 48-й, 52-й размер. Так, 52-й, ставьте, пожалуйста, я хочу посмотреть, как смотрится на ваших ножках. Да, слушай, классно. Распродажа последний раз на телеканале Shop and Show в 2015 году. 1399 рублей. 760 рублей экономия. Рубрика «Мода». Последний раз в 2015 году. Не отходите от экранов. То ли еще будет. Звонки бесплатные. Даже если сейчас вы находите в ожидании. В ожидании на линии. Не переживайте. Звонок бесплатный. За ожидание мы тоже не берем денег. Да, кстати, Оля, представь, что творится сейчас в магазинах, в торговых центрах. Масса народу. Очереди. Не протолкнуться, друзья, если вы вдруг забыли купить подарок себе к новому 2016 году, сделайте себе приятное или своим близким, ну пусть он приедет уже в январе, но ничего страшного, носить-то вы будете его весь год, друзья, вот в чем прерогатива. Итак, еще раз, раз, два, три, четыре цвета на выбор. Да, очень приятный по тактильным ощущениям материал. Это трикотаж, масло называется. Ну и безумно приятный цветочный принт, который, Надя, вот тоску наводит на меня. И в то же время я радуюсь, когда я смотрю на наши капри. Потому что я по лету скучаю, мой любимый сезон. Ну, не скучай, Оля, носи наши капри в сочетании с туникой японка. Как мы уже выяснили, любой цвет туники подходит абсолютно к любому цвету капри.